Динамо обыграло Пёник благодаря дублю Нойштеттера. Динамо сегодня провело товарищеский матч против армянского Пёника. Бело-голубые одержали победу со счетом 2-0. Дубль на свой счет записал полузащитник Роман Нойштеттер, отличившийся на 67-й и 71-й минутах. В следующее воскресенье, 20 октября, московская команда примет Краснодар на ВТБ-арене во встрече 13-го тура РПЛ. Динамо набрало 10 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.